едем обратно. Там происходит закат. Машины, конечно, уже нормальные. Отдых. Вот это точно в Майами, настоящий. Только ничего не показывают. Это какие-то американские горки, часы. Вот тут идет железная дорога, причем в обе стороны. А то во всех остальных местах она была только в одну сторону. Самолетик! Жалко, что там не видно, там самолетики стоят, только один успела. А он какой красавец, зеленый. Главное ему рукой мне не помахать. Контейнеры везет. Ну это мы, наверное, уже где-то въезжаем в Майами, я не знаю. Нету никакого монумента. Ролокостеры местные. Нет, ну им до наших-то далеко еще, конечно. А вот это такой деревянный. Там вообще для детей какой-то ролокостер. Ты слышишь, для детей. Я вот туда не пойду. С ними вот это вот чудо коптящее. Ну вот это чудо коптит, но едет. Еще и везет. Битый небитого везет. Да, точно. Он ее пробил или прокладку, не знаю, что он весь коптит. Что делать? Спасать-то надо. Да, кого только себя. Не домой. У меня ноги. Флаги. Наверное, тут машины продают, точно. Вот где продают машины, там флаги висят. 100%. Этот район... Это мы въезжаем в район Голливуд. Видишь, написано там Голливуд. На этой голубой бочке. Тут голубой бочка, это Голливуд. Голливуд, Флорида. Кто снимает кино в этой бочке? Написано «Визит Голливуд, Флорида». Посетите Голливуд. Он во Флориде. Нет, Голливуд был вообще. Это улица Голливуд называется, да. Все по-честному. Мы приехали в Голливуд. Практически. Так называется район. Голливуд. Ну, мы туда не пойдем, там что-то подозрительно высокий стены. Погнал дядя на мотоцикле. Вот такой вот. Езжаешь, как будто в Гомель. Очень похожее место. Те же высотные здания. Да, там на горизонте. А тут автобусные остановки, точно, да. Ну, значит, мы в Гомеле. Мы в Гомеле. Вон поехала гомельская маршрутка слева. Toyota RAV. Да, и мост там сразу вот такой. Только зеленый знак, там, по-моему, нету портрета Лукашенко. Лукашенко приглашает всех в Бургарии. Так, я так понимаю, что всем направо, поэтому у нас опять пробочка. А это номера специальные на машине. Там написано Florida International University. То есть те, кто там учится, делают себе специальные номера. Это жилой район. 5 таких многоэтажек. Или 6. А там дальше еще больше. Я уже забыла, что такое многоэтажки. Сверху вообще такие кабаны. Караул! Куда мы купали? Нет, это не мы будем жить их на самом верхнем этаже. Да, там на верхней, там лифт, похоже, неплохо. Там час на лифте ехать. Там верхние, похоже, неплохие этажи. Вик, ты не понимаешь, там бассейн есть свой отдельный. На никто крыше. К тебе не приходит. Капец. Пентхаусы. Да. Welcome to Miami. Это мы по даунтауну, в принципе, не получается. Ну, может, я не знаю, потому что это не даунтаун. Шашлык! Шашлык, там шашлык написано. Вот. Где? Вон. Слева. Ну ладно, сейчас не потом покажешь. Руси швайнер. Не, ну я наслышала, что тут русских много.
Шашлик, машлик, бастурма. Ну, пастурма – это ж не русская народная. Шашлик, правда, тоже не русская народная. Слева красивое здание. Еще в лучах заката такое все получается желтое. Да, они тут, как конечно, раз окнами на закат стоят. Поинтенсивнее, чем у нас. Люди бегают через дорогу. Да все нормально. Ну, глобус какой-то. Глобус какой-то железный стоит. Трамп International Resort. То сюда Трамп приезжает чисто отдохнуть иногда. Раз в году. Тут люди пешком даже ходят. Там слева такая крыша интересная, что-то среднеазиатская. Все курортные города похожи один на другой. Что там пошло, пальмы, высотки, люди отдыхающие. Да, все, короче, похоже. На что? На Ялту вот это место похоже. Вот. Нет в нем зиминки. А у нас куча приблудочек висит. А в Макдональдсе их прыгает радость. Поехали быстрее. Всем рассказываю. Лёша сегодня съел гамбургер. Плевался долго, но ел, поскольку купил. А что, гамбургер это не... С курицей? Гамбургер это что? Чикенбургер. Не знаю, короче, там была булка разрезанная, и внутри какой-то кусок курицы ужасного цвета. Он съел. Будем смотреть, что через 2 часа будет. По-моему, выйдет все того же цвета. Без булки. Ну вот, даже не видно конца и края там. Вон. О! Ох, нифига себе здание. Да, как там наверху, конечно, жить? Не, я не хочу туда наверх. У меня отсюда надо, голова кружится. Наверное, пару лифтов надо поменять, чтобы наверх доехать. Думаешь. Ну там представь, сколько весит. А канаты. Сколько там тех этажей? Ну канаты очень много просто будут висеть. Их надо менять тогда. Лучше переходить. Ну может это не такое еще высокое. Куда-то идет группа туристов. Ну, вообще канатов там надо очень много. О, а тут какой-то парк городской. С детьми там гуляют. Так, а тут что? Тут какой-то магазинчик. Market and Cafe. Эпикур. Старбакс, конечно, но как бы Старбакс. Я ничего не успела соображать, тут все такое натыкано. Магазинчиков куча. Вот где надо гулять. Светофоров тут много. Жизнь чуть-чуть осталась. Дети теперь влево, ага, ну дети реально на всю голову. Да, дерево я уже сняла. Ой. Дядя на всю голову, это тетя. Так, а тут у нас что? Там у нас частные домики. Закат! Я поймала закат! Какая-то машина, какая-то блатная спереди, мы смотрели. Да, 404 номер. Да нет, мака какая-то блатная. Ну так у него и номер хороший, 404. Карнут Фам. 404, да. Да, Карнут Фам. Наверное, кто-то сознанием дела себе выбрал. А ты едешь как час назад. Вот тут что-то еще строят. Еще не все построили. Там впереди что-то красное. Похоже на пожарку. Ну да, вот слева были, вот слева уже там океан. Ну его не видно. А, то есть мы на этот остров мы уже заехали. Уже, мы на острове, да. Мы на острове. Туда, да. Какие-то скрученные деревья растут. Жизнь их потрепала. А, это автобус. Он такой красный. А, он только сзади красный. Там написано по-английски «стоп». Для тех, кто не понимает, что для тех, кто по-русски не понимает, там написано по-английски. Тут надо было по-русски написать. Да, там слева чувствуется океан. Чувствуется, но не видно.
Нас, кстати, из гостиницы тоже не видно будет. А нам еще, кстати, надо зачекиниться в гостиницу. Зачекинемся, мы такие, мы где хочешь зачекинемся. А потом быстренько на море. И мы покушаем. Да, картошку надо съесть. Мы везем с собой картошку в Майами. Не позорь меня. Жареную. Почему? Она жареная по-домашнему, очень даже. Домашняя. Домашняя кухня, да. Пожарила дома, везу. Огурчики и помидорчик есть еще. А яйца не сделала, ты я думаю. Вик, твоя песня любимая. Или нет? Неужели мы доехали? Это парковка на берегу тоже. То есть тут же берег с двух сторон. Вот, да, на этом берегу да. Можно закат встречать. Сейчас, кстати, будет океан видно слева. Ой, так красиво закат. Сейчас слева будет видно океан. Сейчас, я успею туда, у меня тут закат. Очень красиво. А тут тоже так же. Ничего не видно, да? Да. Вообще красота. Из этих отбойников вот, ничего не видно. Ну, тебе там видно, а мне нет. Короче, мы сейчас доедем и все посмотрим. Ну, закат же я не верну. Как без заката? Это что же? Ой. Поворот дяди включить не принято, да? Ну, не принято только повороты включать, когда перестраиваешься. Замучаешься включать, выключать, слышишь? Все мучаются. Эти мозоли будут на пальцах. Это все гостиница, наверное. Ну, тут же берег. Вон, слева тут большие берег. Гостиницы. А, это первая линия, да. Первая линия подороже. 25. За одного. Ты что, мёрзнешь там? Полторы мили. У нас будет во второй линии. Вообще, надо было вторую линию построить выше, чем первую. Было бы все нормально. Чего они там какие-то несообразительные? Приехали без 28, выехали в 12. Ух, ничего себе, мы нагуляли. В общем, тут идет как красная линия, да? Магазин от ней. Чтобы парковаться, все бы надо таком крокодиле, как у меня. Нам тоже придется. О, а этот выпарковывается, смотри. Нет, он тоже запарковывается. Чудеса. А вот парковка, да, это другая. Хорошо, что у меня сам. Пабликс тут рядом, вот. Так, магазины закончились. Полиция. О, это местный центр полицейский, видно, там много машин. Здесь недалеко, меньше не видно. Так что нам недалеко бежать, если что, ничего. Если шумы тогда едут. Ну, тут частные дома. Я думаю, что они сдаются. Я бы тут не жила в тот раз. Шумное место деньги. Все-таки. Заученные плохие. Да. Здесь давать, а жить мы там вот на этажах. Написано фусейл, продается. Сейчас домик. Мы приедем, тут вообще будет какая-нибудь булочная. Заброй. Булочная, да, наверное, где-то за углом будет булочная. Это я тут не вижу гостиницы. А может прежде приехали, ну 2 мили. О, ну так за 2 мили тут еще столько 0, гостиниц мили. Будет. 200 фунтов. Ну, 2 мили. Ну, наверное, вот так примерно выглядит. Ну да. Да не все равно так выглядит, лишь бы только там ну, я на Google мапе видела ее. Видела. Она такая желтоватая. Вот это наша гостиница. Нет, это не такой цвет. Нет, это вообще электростанция, кстати, там за заборчиком. Ой, такие красные облака. Миами Бич. 400 вот она. Вот это? Arriving at destination on left. Под left? On left. Вот она. Beach Place. Подъезжаем. Еще можно идти чекиниться. Ну, тут да. Тоже шумное место, слушай. Дорога справа, дорога слева. Ох,